В областном центре создадут кластер по направлению искусства и креативной индустрии. Он заработает в следующем году в техникуме отраслевых технологий и дизайна. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Очень много лет мы говорили, что образование идет отдельно, а индустриальный партнер отдельно, и пересечений было очень мало. Так вот, профессионалитет, он объединил две составляющих, поскольку кадры нужны и региону для развития, и непосредственно работодателю, да и самому ребенку, который получает образование. Партнером проекта выступит фабрика «Бастон». Войдут в кластер 6 образовательных учреждений. Все вместе гарантируют сжатые сроки обучения, производственную практику и обязательно трудоустройство. Мы остро ощущаем нехватку, особенно кадров среднего звена. Это технологи, конструктора, это портные. Ну и дальше, конечно, это швеи для нашего предприятия. Вот с подписанием соглашения, значит, мы, наверное, все-таки получим конкретику, что мы будем с своей стороны помогать в подготовке кадров, ну и надеемся получить более подготовленных, более квалифицированных кадров. Именно кластер объединит все профессии, специальности, отрасли, искусство, креативная индустрия для подготовки именно востребованных кадров. Туда войдут, например, такие специальности, профессии, как оператор швейного оборудования, дизайн, графический дизайн, закройщик, конструктора войдут, также технологии индустрии красоты. В рамках федерального проекта для создания кластера выделено 70 миллионов рублей. На них капитально отремонтируют необходимые помещения, закупят оборудование, программное обеспечение и методические пособия.